Здравствуйте! С вами наш проект ОБС, я его ведущая Юля, и сегодня мы с вами продолжим дальше разбивать стереотипы. Существует стереотип «я все сделаю сама». Стереотип этот существует среди девушек, женщин, и с одной стороны это действительно кажется, как это круто, как это хорошо, когда я самодостаточная, мне не надо ни с кем советоваться, ни у кого ничего спрашивать, я могу все сама, мне никто не нужен. Но к чему это приводит, что девушка или женщина потом заявляет, мне никто не нужен, ни муж, ни дети, что это доставляет проблемы, что это портит фигуру. Когда женщина ставит свои удовольствия и потребности на первое место, это можно сравнить с ситуацией однополых браков, которые приводят к прекращению продолжения рода. А вообще этот стереотип разбивается очень легко. Папа должен быть папой, мама должна быть мамой, а дети должны быть детьми.